Компания Metal Processing была основана в июне 2018 года с целью создания сервисного металлообрабатывающего центра, способного удовлетворить потребности станкостроительной промышленности, нуждающейся в переходе на новый уровень производства, который будет отвечать мировым стандартам качества. Для успешной реализации данного проекта были приглашены высококвалифицированные специалисты из Швейцарии, которые принимали активное участие в определении всех характеристик строительной и производственной деятельности компании Metal Processing. В нашу компанию привлечены специалисты самого высокого уровня, которые в ходе работы прошли обучение и стажировку за границей у наших зарубежных партнеров. Также для дальнейшего совершенствования знаний и навыков работников проводятся тренинги в области менеджмента и металлообработки с привлечением иностранной компании SkillSonics, что в свою очередь обеспечит непрерывное улучшение всех процессов производства. Наша измерительная и испытательная лаборатория оснащена современными измерительными инструментами и оборудованием. Работают высококвалифицированные специалисты, которые имеют соответствующие знания в области применения международных и местных стандартов качества, что позволяет осуществлять контроль качества продукции на всех этапах производства. Станочный парк предприятия позволяет осуществлять полный цикл обработки листового металла по техническому заданию заказчика, от деталей для тяжелого машиностроения до декоративной металлической фурнитуры. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и предлагаем отечественным и зарубежным партнерам высокие технологии и высокое качество производства.